Ты знаешь, Илья, у меня в анкете про следующего участника написано, что он вольный поэт. Слушай, ну я знаю несколько вольных поэтов. Это Пушкин, Лермонтов, Тимати. А Тимати причем? Ну денег до хрена, он уволен, все что угодно делать. Микрофону приглашается Александр Марбелян, вольный художник и поэт, коллекционер анекдотов. 55 лет. Здравствуйте! Хочется сказать, Манвелян, ну-ка успокойтесь, а то выгоню из класса. Здравствуйте, Александр, очень рада вас видеть. Наконец-то вы до нас добрались. И с чем пожаловали? Ой, со мной. Как ругаются англичане? Сэр, вы лошадь мою не видели? Сэр, сами вы лошадь свою ищите. Спасибо. Александр, что-нибудь про армянское радио у вас есть? Ну, я бы хотел рассказать анекдот армяно-еврейский такой. Так, есть и такие? Да, конечно. Например, вопрос армянскому радио. Чем отличается армянин от еврея? Армянское радио отличает ничем. Спасибо большое, это был Александр Марнелян. Очень яркий мужчина, очень яркий персонаж.